Всем привет! В этом видео вы узнаете, почему же кукушка сама не высиживает яйца. Кукушка – это птица, которая никогда самостоятельно не высиживает яйца, а подбрасывает их в гнезда других пернатых. Об этом знают, наверное, все. Но причина такого поведения известна немногим. Кукушка относится к насекомоядным птицам, и среди них она является наиболее крупной. Для пропитания кукушки требуется очень много пищи. Прокормить еще и птенцов просто не получится. Охотиться кукушки за добычей достаточно сложно. И это связано с ее размерами. Чем она крупнее, тем тяжелее ей в воздухе совершать маневры. Зерноядным птицам гораздо проще прокормиться самим и вырастить потомство. У кукушки такой возможности нет. Вот она и подбрасывает яйца в чужие гнезда. Кукушка откладывает выбранное ей гнездо всего одно яйцо. Когда кукушонок появляется на свет, он просто выбрасывает остальные яйца из гнезда. Данный процесс смоделирован природой. Если бы этот вид пернатых не подбрасывал яйца, а другие сородичи не высиживали и не выкармливали чужих птенцов, то мы бы уже и не вспомнили о кукушках, так как они бы просто вымерли.